Трем подписчикам и гостям. Я Джетли. И это первое видео в новом году. Прошлый год у нас выдался не очень хорошим. В плане того, что там произошло много разных неприятных вещей. Я бы даже сказала, прошлый год, года два. Но именно они привели нас к неожиданным решениям, каким-то изменениям в жизни и к довольно интересным событиям. Прошу прощения, что я не выпускала видео. Сколько? 5 месяцев. Полгода. Полгода я не выпускала видео. У кое-кого не было времени ничего снимать. Поэтому мы снимаем сейчас на рабочем месте, потому что работаем в празднике. Все для вас. Как бы да, приходите, покупайте. У нас тут куча всего интересного, но я работаю на другой точке, я на замене. Поэтому приходите на мою точку, закупайтесь на моей точке. Я вас проконсультирую, расскажу вам, покажу, что мне нравится. Леденцы. Вот такие вот замечательные. Прекрасные леденцы. Вот эти очень вкусные. Вот эти тоже неплохие. Сейчас я бы все тут поломала, порушила бы. Но вот такой вот мне не очень понравился, хотя внутри посыпка очень клевая. Но это вкусовщина, потому что, как вы знаете, у меня после операции на языке немножко изменилось вкусовосприятие, поэтому, скорее всего, вам зайдет. За этот год я узнала много нового. Я сменила 3 работы. 3 работы сменила, господи. Мне кажется, я никогда, ни в каком году так часто работ не меняла, как вот в этом, который был. 23-й год. 23-й. Я вытатурую. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сделаю татуировку с этим годом у себя на заднице, если найду место. И напишу, что это был самый трешовый год за большую часть моей жизни. Ладно, не самый трешовый. Я преувеличиваю. Гринч украл салюты, но у нас они все равно есть. Хочу вам показать некоторые наряды, которые у нас есть. Некоторые игрушки. У нас есть замечательный Fun Factory. Почему-то некоторые люди думают, что в бутиках интимных товары заказываются из Китая. Но это не так. Попробуйте заказать с Алиэкспресса себе вибратор. Он у вас взорвется, потом будете плакать, если выживете. Также я хочу вам показать вот эту миленькую кисоньку и познакомить вас с мастурбаторами, которые стимулируют воздухом. Это вакуумный стимулятор клитора. В этом году я пыталась похудеть, ходила к диетологу и целый месяц соблюдала диету. Знаете, что из этого вышло? Вы знаете, что из этого вышло. Если вы подписаны на мой ТГ, вы точно знаете, что из этого вышло, потому что я там делилась в обратной стороне. А я так хотела влезть в какой-нибудь из этих костюмов, потому что они по скидке, понимаете, они по скидке. А я не могу их купить, потому что я их не надену, я в них не влезу. А дарить никому я ничего не собираюсь, потому что я Гринч. Вот, также я хочу сказать, что я вас поздравляю. Вы пережили этот год. Надеюсь, вам не понадобятся анальные втулки, чтобы заткнуть дыры в вашей душе, которые оставил этот год нам всем. Затыкайте лучше свои душевные дыры с вакуумом в Fun Factory. И, конечно же, полируйте их вуманайзером. Потому что иначе этот год я бы не пережила. Кстати, на мой размер тоже нашлось бельишко. Я его купила, но я вам его не покажу. Потому что я только одно видео в купальнике выложила, и то это было давно и неправда. Влог в 4 утра, смотрите. Если хотите мне подарить комплект белья, смотрите размеры от L до XXL. Потому что я мне не помещаюсь. И тогда я сфотографируюсь и выложу на Boosty. Вы сможете посмотреть мои фотки на Boosty, потому что только туда я и могу это выкладывать. Господи, как позорно-то. Вот, но материал тут очень классный. Тут есть итальянские костюмы, французские костюмы,
Российские костюмы, они почему-то дороже. Не знаю почему. Но они тоже клевые. Также, если вы не знаете, что надеть на Новый год, вы можете надеть боди со стразами. Это новогоднее настроение. Либо превратиться в очень сексуальную снегурочку с помощью вот этих вот комплектов. Я бы их себе купила, но я стесняюсь. Вот. Да, стесняюсь такое носить. Придется быть голой, понимаете? Я голой не люблю быть. Потом я хочу вам порекомендовать замечательную вещь — шунга. Если вы не знаете, что добавить в ваш кофе, вы можете добавить шунгу баджо. Я лично люблю шунгу с тела слизывать. Вот эти вот прекрасные тубусы хранят в себе великолепные заманчивые флаконы из стекла, наполненные ароматным массажным маслом, которое активируется дыханием, и его можно слизывать. Также есть массажные свечи, которые я уже не могу истратить 2 года, наверное. Потому что никому не делаем массаж. Жадности. Они обалденно пахнут и обалденно ощущаются на коже. Единственное, что я не пробовала, это массажное масло. Типа тут есть масло для поцелуев. Тоже написано Kissable Massage Oil. И есть возбуждающие масла. Если вам надо возбудиться, используйте масла и бады. Этот год заставил меня испытать некоторые удовольствия от прекрасных пьюровских смазок. Если вы понимаете, о чем я. Научил меня быть более терпилой. Более терпилой. Да. Вот. Работать и за 37 тысяч. Но, знаете, это уже больше, чем 28. Больше, чем на той работе получала, которая у меня была в картинах. 37, если что, я про табачку. Фиксированная ставка 15 смен. Никакого процента. Научил меня работать сутками, с гусями. Также с тараканами и змеями. Да. В этом году я завелась прекрасными детьми, которые молчат, едят раз в неделю. Самые лучшие дети. И купила немножко обновок булки. Все мы знаем булку. Все вы знаете булку. Я ее очень люблю. Надеюсь, что это у нас с ней взаимно. Сейчас я к ней поеду и буду ее обнимать. А на этом, я думаю, я завержу. Я русский. На этом я завершу свое повествование. Хочу поблагодарить розового кролика руководства начальства, да, за то, что разрешило мне тут снять видео. Потому что я не успеваю его снять. Я снимаю его в последний день на работе. Потому что я работаю. Эта кисонька работящая. У меня даже, видите, уши отвалились. Надеюсь, они скоро вырастут. Встретимся в новом году. Короче, все. На этом видео завершаю. Поздравляю всех вас с наступившим Новым годом. Надеюсь, 24-й год нас всех не убьет, не будет хуже, чем 23-й, потому что, когда я желаю вам пережить Новый год, обычно, ну, случаются какие-то события, которые делают его немножко хуже, чем предыдущий. И надеюсь, в этом году такого не будет, потому что дальше только метеорит, пришельцы, блин, восстание зомби. И я даже не знаю, что еще может быть. Добавляйте лубриканты в чай, чтобы жизнь была сладкой. И работайте работу, чтобы были деньги. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.